Добавил график, который отображает текущее напряжение, текущий ток, протекающий по фазе и данное потребление электроэнергии. Здесь мы можем видеть напряжение на данный момент в сети, ток проходящий и мощность, потребляемая мощность в киловатт-часах. Проверяем. Значит, такой красивый график получился. Значит, включаем нагрузку. Вот она у нас здесь висит на фазе. Просто чисто для симуляции находится в розетке нагреватель. Вот такой. Чтобы нагрузить датчик тока, включаем его. Вот он у нас включился и ждем изменения графика. Как мы видим, график плавно меняется. Очень красивый график получился. Спасибо библиотеке ChatJS, которую я использую. Также можем добавить немного мощности. И мы видим мгновенное увеличение мощности на графике, а также числовые данные. Это 6 ампер протекает на данный момент к нагревателю. И вычисляется автоматически мощность в киловатт-амперах. Такой вот график, что можно сделать. График достаточно интерактивный. Можно убирать ненужные линии и оставить только мощность. Либо убрать мощность и добавить ток, силу тока и напряжение. Либо убрать силу тока, добавить мощность. Вот так вот.